Добрый день всем, меня зовут Ирина. Сегодня я хочу поделиться с вами орхидейкой, которая называется Сога Вивьен 858. Эта орхидейка у меня была вкуплена в размере 2,5 в июле 2021 года. Через год она мне выдала вот цветение. Распустилась пока только на 4 цветочка. Вот. Раз, два, три, четыре. Лист у этой орхидейки варигатный. Вот, видите, какой красивый листочек. Сама по себе орхидейка очень красивая, да, листики. То есть даже можно любоваться этой орхидейкой, не цветущей. Вот такой вот новый листик она мне растит. Цветочек у этой орхидейки не крупный. Наверное, сантиметра 3. Сейчас посмотрим. Так, давайте померяем. Нет, 4. 4 сантиметра цветочек у этой орхидейки. Посажена у меня эта орхидейка в закрытую систему, вот в такую вазу. Была куплена в размере 2,5. То есть вот столечко корешочков нарастила. До низа уже туда недавно вот поливала, тут и вода у меня, водичка постоянно стоит в этой вазе, вот так вот на дне, потом доливаю, то есть вот доходит и доливаю водичку, она у меня потом вот так стоит с водичкой. Вот, вот столько корешков, воздушные корешки у нее растит, она нарощены, и вот цветочки, вот такая красавица. Это с подсветкой у меня идет сейчас. Сейчас подсветочку отключу, чтобы показать вам цветочек без подсветки. Вот так вот выглядит. Ну, просто, мне кажется, с подсветочкой лучше видно. Но по цвету вот без подсветки передает немножко получше. Цветопередача идет у цветочка. Вот такая вот красавица. Так, сейчас подсветку включу, чтобы рассмотреть можно было губу получше. Вот такая вот губа, желтенькая в середине. Вот такой вот цветочек. Сбоку. Вот. Красивая. Я думаю, в дальнейшем она мне больше выдаст, в цветении в дальнейшем она больше выдаст цветочков. То есть будет такое пышное облачко, я так думаю. Вот. Ну вот, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить другие видео. Пишите комментарии. Ну и всем хорошего дня и пока-пока!